В ефірі студія «Репортери». Вітаю, я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про приємне. Хімік з міста Южне став триразовим чемпіоном України з баскетболу. Говоримо про український баскетбольний чемпіонат, про досягнення наших хлопців. У нас в студії Віталій Степановський, головний тренер баскетбольного клубу «Хімік». Вітаю, пане Віталію. Вітаю також з перемогою, очікуваною, важкою перемогою. Яким взагалі видався для вас цей чемпіонат після фінальної сирени, напевно, весь сезон промайнув перед очима? Ну, действительно, весь сезон, наверное, прошел. Да, спасибо, в первую очередь, за приглашение и за поздравления. Сезон действительно был очень тяжелый. Я сказал уже на после матчевой пресс-конференции, после того, как мы стали чемпионами, о том, что это был, наверное, самый тяжелый сезон. И многие знают, да, с чем связан, как бы, наши трудности, с чем были связаны. Но я очень рад и горжусь командой, и игроками, и всеми, кто остался в структуре клуба, и не бросил клуб, и помогал. И мы все вместе дошли до этой цели и стали чемпионами. Ну а в конце, безусловно, когда уже стали чемпионами, то действительно, наверное, весь сезон пролетел одним мгновением, одной секундой. На перший погляд здалося, що фінальна серія проти столичної команди «Київбаскет», яку тренує колишній тренер збірної України Євген Мурзін, була якось легкою прогулянкою, 3-0, перемога, легше, ніж півфінальна дуель з Дніпром. Але я так розумію, що для вас і півфінал, і фінал важко складалися. Ну, безусловно, как бы складались для нас тяжело. Складывались. Но я хочу сказать, что действительно в полуфинале было намного сложнее. Днепропетровск, на мой взгляд, команда более укомплектованная, команда, которая состоит из очень опытных игроков. И действительно была первоочередной задачей этого обыграть Днепропетровск. И, безусловно, 5 игр были все непростыми. И очень важный момент был это то, что мы имели преимущество своей площадки. И, опять же, этот фактор был также значительным и в финальной серии. И мы понимали, что где-то уже внутри ребята сами это чувствовали, и я чувствовал, что для нас было очень важно попасть в финал. А в финале мы были уверены, может быть, не 3-0, но мы были уверены, что мы «Київбаскет» обыграем. Після двох перемог в Южному, в Олімпії, ви поїхали в Дніпро. І перша чверть, лише 2 набраних очки, майже 30 пропущених. Що відчували в цей час, коли Дніпро таким майже танком їхав і не можна було ніяк спинити? Да, действительно, очень была такая четверть, очень неприятная для нас, историческая четверть. Я готовил ребят на то, что будет действительно очень тяжело. В первую очередь, как уже многие об этом говорят, и специалисты, и игроки, и все, кто имеет отношение, и кто был в этом зале в Днепропетровске, что действительно очень специфический зал для команды гостей. То есть зал немножко как бы нестандартный, всегда очень много зрителей, они очень хорошо поддерживают команду, и мы понимали, что Днепру отступать уже некуда, и они будут максимально использовать этот шанс, чтобы не закончить в третьей игре и тем более на своей площадке. И знаете как, они действительно сыграли фантастическую первую четверть, где у них получалось все, а у нас наоборот, все, мяч просто выпадал из рук, и как бы очень важно было в этот момент, знаете как, не рассыпаться до конца. И я понимал, что уже после первой четверти нет смысла долго тут держать каких-то иностранцев там или опытных игроков, и я уже просто отпустил эту игру, как бы, и уже готовились дальше. Ну, добре, що був такий запас, і добре, що потім знайшлися і потрібні слова, що «Хімік» повернувся в серію після такого удару важкого. І фінальна гра півфіналу, вона також була своєрідним таким міні-фіналом. Я на декілька місяців повернусь назад, спостерігав особливо уважно за «Хіміком» в першій частині чемпіонату. «Хімік», на мій погляд, рекордсмен першості за кількості таких перемог в клатч-таймі, на останніх хвилинах, на останніх секундах. Теж звернуло, напевно, увагу. Це підготовка гравців, це концентрація, це майстерність виграти гру там останнім кітком, або захиститися, або відзахищатися від атаки команди суперника. Десь плюс 1, плюс 2. Це дуже така важлива риса команди чемпіону. Ну, безусловно, да. Це дуже важливий момент. І дуже багато ігор, як ви правильно заметили, ми виграли як в цьому сезоні, так і в предыдущих сезонах, на останніх секундах, в клатч-таймах. Ну, перший момент, який я можу сказати, що по селекции игроков, когда ведется селекция игроков и предсезонные игры идут, уже здесь ты делаешь для себя маленькую заметку, кто может выполнить этот последний бросок, кто может отдать последнюю передачу.
И ты на этого игрока, даже если он какие-то 2-3 минуты до этого играл, может быть, не совсем качественно, но ты все равно доверяешь ему последнюю атаку, потому что ты знаешь, что он может ее забить. То есть разные были моменты в карьере, когда я видел, что игрок забил 30 очков, но ты дашь ему последнюю атаку, он ее никогда не забьет. Поэтому тут очень важно, да, найти этого игрока или группу игроков, которые могут эти последнюю атаку, скажем, отзащищаться. А в плане того, что возвращаться назад... Никогда не нужно паниковать, то есть я всегда ребятам говорю, и они очень часто это говорят на пресс-конференциях, о том, что тренер требует от того, чтобы были правила, мы стояли на правилах, поэтому я им всегда говорю, не надо сбиваться на какую-то панику там и пытаться спасать кого-то, нужно выполнять свою работу, делать шаг за шагом, минимизируя те ошибки, которые были до этого, и только так мы можем добиваться чего-то, и такая тактика всегда нам приносит успех. Перемога хіміків першості України з баскетболу – це також добра робота і двох легіонерів, які були спочатку чемпіонату. Чи на 100% ви задоволені, як відіграли два американці наші? Ой, ви знаєте, є хороше таке выражение, могло ли быть лучше, могло, да, то есть, безусловно, каждый из них мог сыграть лучше какие-то отдельные игры, какие-то взятые эпизоды, но если ты смотришь в главном, Дьюэн Эдвинс стал MVP чемпионата, Кристиан Джонс стал лучшим центровым чемпионата, значит, мы угадали, то есть, мы угадали, ребята выполнили ту работу, на которую мы возлагали на них, и... Знаете, я очень рад, что все игроки, которые приходят в «Химик», не только украинские молодые игроки, которые попадают в Суперлигу, также американцы, они все после нашего клуба идут на повышение, идут на, как бы, за более выгодными контрактами в более сильные чемпионаты. То есть я считаю, что это тоже большой плюс для нас, как для клуба. Але одна справа привезти легіонерів з будь-якої країни, неважливо якої країни, в український баскетбольний клуб, і інша справа – вживити їх в схему, донести до них таку ідею, щоб вони виконували те, що хоче саме команда, що хоче тренер. Проблем не було з цим, не було такого, що американці, та я все знаю, що ти мені кажеш. Нет, знаете, как, безусловно, вы правы, что нужно любого игрока, независимо иностранец или украинец, или он там литовец, латыш, его нужно поставить в правила, поставить в систему ту, которую ты хочешь. И иногда эти игроки более легче это все воспринимают, иногда более сложнее. И это процесс, который в этом году у нас занял чуть больше времени, чем обычно. Опять же, это было связано с тем, что впервые, наверное, в истории клуба легионеры приехали очень поздно. 24 августа была у нас первая тренировка совместная. Обычно всегда легионеры приезжают 5-10, и есть как бы этот запас. Здесь у нас этого запаса было мало, и мне пришлось немножко дольше искать ключи, как бы, как можно было бы их использовать не так стандартно, как это я делал, например, с Петровым в прошлом году, когда он был лидером команды, или с Джейми Смитом, или с Дериком Коттером, потому что Дьюэн Эдвинс немножко другого формата игрок, и под ту систему, которую я хотел, он идеально не подходил. И пришлось мне уже адаптироваться и использовать его максимально сильные стороны. Этот период в этом году занял как можно, ну, больше всего, чем за предыдущие года. И это действительно сложный момент. За цей баскетбольний рік ви побачили прогрес молодих гравців, які також сказали своє вагоме слово в фінальній, півфінальній, да, на протязі всього чемпіонату. Це і Марченко, і Сидоров, і Антипов, Павлов. Чи задоволені їх прогресом? Це саме той вік, коли потрібно прогресувати. Да, я доволен, могу сказать, что доволен, как ребята спрогрессировали. Безусловно, не все ребята, но в большинстве ребята спрогрессировали, может быть, не на 100%, но процентов на 90%. И всегда ребята очень много тренируются летом, и я заставляю как бы их начинать очень рано сезон. И многие с этим, знаете, как все хотят отдыхать летом, лежать на пляже и... пить кока-колу, как минимум. А я заставляю их тренироваться, и в прошлом сезоне ребята начали тренироваться 10 июля. То есть уже месяц, даже больше, до прихода американцев. Если американцы пришли 24 августа, первая тренировка была, то с украинскими игроками, со всеми мы собрались 10 июля. И очень много уделяли внимания и технике, и тактике, и индивидуальной тактике. И поэтому я как бы очень рад, что ребята смогли спрогрессировать. Я очень доволен тем, что Сережа Павлов получил звание самого, да, звание лучшего молодого игрока. Марченко прибавляет от сезона к сезону. И это те игроки, я ребятам всегда говорю, что вы
будущее страны, и вы будущее национальной сборной, потому что они, им сейчас по 21-22 года, и 2-3 года они будут ключевыми уже игроками в этой сборной. Команда «Химик» представляет місто Южное, и мы можем вас не спитати. Мы знаем, кто главный спонсор команды «Хімік Южне», вся країна, весь регіон так точно слідкував за подіями навколо Одеського припортового заводу. Не все було добре, це не таємниця. Як вдавалося вам знаходити слова для баскетболістів? Як це я бачу, що на результаті ніяк не відзначилося, що були певні проблеми, а їх не могло, на жаль, не бути, тому що були проблеми на підприємстві. Які слова знаходили, щоб гравці не втрачали мотивацію, впевненість в завтрашньому дні, в майбутньому? Ну, дійсно, складний був період, а слова, знаєте, які... Мы не можем любить что-то только за деньги, да, то есть и на этом сезоне жизнь каждого из игрока, моя как тренера, моего помощника, она не заканчивалась. И самое легкое – это всегда сдаться и сказать, все, я не могу, мне не платят или еще что-то. И я очень рад, что мы смогли в такой критический год для клуба стать чемпионами, и, возможно, это будет когда-то кому-то пример, что кто-то сможет сказать, что вот «Химик» когда-то смог сделать это без финансирования. Да, поэтому слова были только, знаете, как разные были и собрания, и приятные, и неприятные с моей стороны. Я говорю сейчас только за себя, по отношению к ребятам, но я смог их убедить в том, что они не должны останавливаться, они должны работать, прогрессировать и становиться с каждым днем, с каждой тренировкой, и от каждой игры к игре должны быть лучшими. И они поняли это, услышали меня, так оно и получилось. Мы стали чемпионами, и каждый из них индивидуально получил какие-то награды, бонусы. И на следующий год... Многие из них подпишут хорошие контракты или останутся в «Химике», но никто не сможет сказать ни одному из них, что ты такой или что ты не смог быть до конца в клубе и лишь бросил клуб и ушел. Поэтому я горжусь, еще раз говорю, своими игроками, они молодцы, что весь этот путь мы проделали до конца. Сезон завершено. Таке питання. Чи була загроза, що «Хімік» не дограє першість? Такая угроза была с внешних сторон. С нашей стороны такого абсолютно не было. То есть не было у меня в мыслях и у моего... Главное, у гравців не было. У моего штаба. Ну, знаете, как игроки, может быть, не все мне договаривали, конечно, я не знаю. Но внешние факторы могли... Были слухи о том, что вот вам осталось 2 недели, вам остался месяц, вот вы сейчас рассыпетесь. Я даже знаю, что уже игроков наших там делили, кто куда пойдет, кто кого заберет. Но еще раз говорю, что рад, что мы смогли удержаться все вместе. Чи говорять в клубі тренери між собою про майбутнє «Хіміка»? Чи ще зарано? Так, перше завершено, але влітку вже всі розпочинають там тренування. Говорять про майбутнє в таких, ну, не рожевих тонах, але все ж таки, можливо, Єврокубки, все ж таки чемпіон країни. Що говорять? Ну, могу лишь повторить слова президента клуба Сергея Николаевича Назаренко. Он сейчас занимается поисками инвесторов, которые будут, надеюсь, будут помогать клубу. И одно из условий инвестора – это то, что они хотят, чтобы мы участвовали в каком-либо европейском соревновании. Турниров много. Да, то ли это FIBA Cup, то ли это, условно, Лига чемпионов. То есть это условие инвестора, который хочет к нам зайти. Я надеюсь, что он договорится, и команда будет существовать. И если мы будем еще играть дополнительно в Еврокубках, это будет вообще замечательно. На данный момент, если по планам клуба, то ребята все находятся в отпуске. И большинство ребят, они находятся в студенческой сборной, которая будет готовиться на универсиаду в Италии. И этот сбор мы начинаем 30 мая в Южном. И ребята до 20 мая отдыхают, с 20 индивидуальные планы и 30 общий командный сбор. Поэтому такие планы, если вместе взять игроков «Химика» и студенческую сборную. А по клубу, еще раз повторюсь, что надеюсь, что инвесторы помогут клубу. Клуб все ж таки молодий, але з історією, і переможна історія. Я спілкувався багато зі своїми колегами, які теж слідкували за особливо фінальну частину чемпіонату України. Всі, як один одноголосно, вважають вас кращим тренером чемпіонату України з баскетболу. Я не сперечаюсь з цим, я згоден. Вони бачать зі сторони
працю тренерську, саме працю, саме роботу в важкі хвилини, коли, можливо, хтось десь потрібно щось сказати, десь тайм-аут взяти. Це такі деталі. Ви працюєте з молоддю, працюєте зі студентською збірною. Це особлива когорта баскетболістів, до яких потрібен підхід, не лише южинські баскетболісти. Що зараз в голові українських молодих баскетболістів? Ось таке питання. Так, ви, можливо, не спортивний психолог, але чому? Ви працюєте з цими людьми. Є бажання рости і прогресувати, як, наприклад, ті ж самі там Марченко, Павлов. Можемо так казати про інших українських баскетболістів молодих? Не, ну, безусловно, ті ребята, з которыми я общаюсь, работаю молодими, безусловно, вони всі смотрять на пример старших ребят, опять же, старших, да, в таких кавичках, которые добиваются и решают исход матча одним броском, да, и это за собой влечет как и славу, скажем, да, так и какие-то финансовые возможности не только сейчас, но и в будущем. Поэтому, безусловно, я считаю, что молодые игроки, которые действительно горят баскетболом, то они действительно равняются и смотрят на них. А у большинства, мне сложно, конечно, сказать, что у них в голове, у большинства молодых игроков, но сейчас, конечно, мы живем в такое время, когда очень много информации есть и в интернете, и в Ютубе, и как положительные, так и отрицательные. Поэтому мне хочется лишь пожелать, чтобы они делали правильные выводы и брали только самое позитивное и хорошее из того, что они смотрят. Віталій, ви тренуєте, ви навчаєте, але ви схожа на людину, яка продовжує навчатися сама. Що для вас є таке джерело натхнення і нових знань в баскетболі? Ну да, я стараюсь ежегодно посещаю семинары уже на протяжении, ну, наверное, лет 9. Езжу в Сербию, в Белград, хорошо владею сербским языком, и мне как бы вдвойне это легче. Они проводят один из самых лучших, я считаю, семинаров по баскетболу. В этом году, по-моему, 15, если я не ошибаюсь, будет ежегодный семинар. Я, к сожалению, на него не попаду в связи с тем, что я задействован в студенческой сборной. Вот. И как бы я ежегодно стараюсь ездить на эти семинары. Также, если есть возможность, то я стараюсь всегда ездить. Вот был в 2017 году хороший семинар в Берлине, когда был финал 4 Евролиги. Там тоже выступали топовые тренера, и очень интересно подчеркнуть что-то новое для себя, и иногда вдвойне приятно услышать от какого-то топового тренера, что ты смотришь то, что он объясняет, а ты это уже применяешь. То есть это тоже уже как бы так приятно, что в том плане ты, значит, на каком-то правильном пути и делаешь то, что нужно делать в современном баскетболе. Ну, безусловно, какие-то игры смотришь, особенно там Евролигу, то есть тоже можно что-то подчеркнуть и взять для себя. Це означає, що за кілька років в столиці, яка буде приймати фінал 4 Євроліги, вже з лекцією будете ви виступати. Я бажаю вам, пане Віталію, успіхів вашим підопічним, як і збірні, як і хіміку, щоб ви неодноразово радували нас, ми будемо вас всіляко підтримувати. Дякую. Спасибо большое, до свидания. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». До наступної зустрічі в ефірі.